Ребята, всем привет! Обещал я рассказать про трипод жираф, который производитель прислал мне на тест. Расскажу по комплектации и по своим ощущениям, ну и из чего вообще все это сделано, и по своим ощущениям в работе, значит, вот с этим девайсом. Значит, смотрите, составляющие какие. Собственно, сам трипод, колесная база под него, дополнительные всякие элементы, муфты, муфта под жираф. Ну, можно еще крепить. Сейчас, в общем, все в процессе покажу. Сейчас я его расставлю и буду дальше рассказывать. Ну, самый основной составляющий элемент, это, собственно говоря, сам трипод. Это, в принципе, ну, скажем так, точная копия скангриповского трипода, то есть трехметровый. Но! Есть но. У него усиленные муфты. А у скангрипа есть проблема, что эти муфты лопаются. Усиленные — это не значит, что их надо выкручивать там до одури. Но они держат очень четко. Я его уже по нескольким объектам поперевозил, позакручивал. В общем, все нормально работает. Просто не надо сходить с ума и закручивать на полную катушку. Значит, первое отличие — усиленные муфты. Вот этот элемент тоже усилен. А это тоже важно. И сам трипод сделан из нержи. То есть он очень надежный. Он, мне кажется, чуть-чуть потяжелее. Но прям вот он такой надежный-надежный. Вот, это первое. То есть мы на него можем там тот же самый скангрип повесить. Да что угодно можем повесить. Сейчас буду показывать. Первое и самое, наверное, важное, что интересовало меня и, думаю, интересует вас, это муфта под жираф, чтобы можно было с этого трипода шлифовать потолок. Муфта выполнена вот так вот. Такая мощная достаточно муфта. Удобные защелки. То есть открыли, положили жираф, закрыли, защелкнули. Первое, что нам нужно, это колесная база, если мы собираемся вообще с этого штатива шлифовать. Значит, колесная база продается на AliExpress, выглядит вот так. Видимо, можно будет ее купить у производителя. Всю эту информацию я обязательно дополнительно выложу. Вот так вот она разбирается. Ножки вытаскиваются. И на нее мы устанавливаем штатив. Фиксируем. Фиксируем здесь. Подтянули. Не надо до фанатизма это все доводить. Все, у нас готовая, очень подвижная, как видим, конструкция. Вообще в легкую крутится, перемещается куда угодно. Фиксируем вот эту кнопочку. И накручиваем на штатив муфту для жирафа. Муфта, кстати, можно вынуть. Там еще печатаются муфты на 8 мм, это на десятку. И это, кстати, удобно, но я покажу, почему мне это пригодилось. Вставляем муфту. Она там нормально, в принципе, держится. Убираем фиксатор. Все, у нас она подвижная. Девушка, в моем случае это ГТР-550. Открываем муфту. Укладываем жираф. Все, он четенько становится в муфту. Закрываем, натягиваем, защелкиваем.
небольшим натугом таким, но нормально. Все, снимаем фиксатор и поднимаем на нужную нам высоту. Нагрузку я все время стараюсь распределять, ну, плюс-минус одинаково на трубке. Упоримся. Вот так вот примерно. Чуть подтягиваем все эти элементы. Все, у нас он готов. То есть мы его можем спокойно перемещать, перекатывать. И, ну, рукой придерживаем, просто как бы так удобнее. Вот пальчиками я его буквально перекатываю. Можно вот так вот перекатывать. И все, работаем по поверхности. Пошли, работаем. Ну, плюс, понятное дело, вакуум. Еще какой момент хотел сказать по GDR-ке. У нее очень удобно то, что, ну, вот в данном случае я достаю спокойно, ну и то так уже немножечко неудобно. Но если потолок будет выше, то есть мне будет тяжело тянуться. Вот у GDR-ки как раз этот момент решается вообще за щелчок. И мы получаем конструкцию с более длинной ручкой, то есть и центр управления переносится нам прямо к удобу. Вот это, кстати, классная фишка. Покажу сейчас, что еще, какие еще можно функции добавить этому приходу. Есть у меня вот такая подставочка под холст. Вдоль стены его можно перемещать. Положил рулончик, вытягиваешь, по этой линии отрезаешь. Очень удобно. Когда работаем с холстом на потолке, точно так же через восьмую муху чик поставили, подняли по потолок. Все, вот он под потолком. У вас бесплатный подсобник, который держит холст. Тоже очень удобная тема. Так, еще одна полезная фишка. Вот эта муфта. Муфта надевается на трипод. И с помощью нее высота трипода 3 метра. Мы можем эту высоту увеличить до 4 метров примерно. То есть поставить лампу выше. Ну, то есть вот примерно видим, да, насколько мы можем увеличить высоту, вот мой рост. И вот она выходит, ну, больше, чем на метр даже. Вот окончание штатива. Вот насколько можно поднять лампу под потолок. Еще одна полезная функция у этой муфты, то что если нам надо поставить лампу горизонтально, то мы ее можем поставить и горизонтально. И спокойно потом работать вдоль стен. То есть поставили все, лампу в горизонте. И еще один момент, это то, что мы можем работать на мансардных поверхностях, потолках там, повернуть лампу под любым углом и зафиксировать ее под этим, ну, короче, под любым. Это тоже очень полезная вещь. Ну и давайте, пока вы смотрите, как все это работает в системе, подытожим. Трипод, как видите, перемещается без проблем, никаких усилий, чтобы удерживать жираф, особых я не прилагаю. Что еще очень мне нравится, он подходит вплотную к стенам. В принципе, вылет жирафа можно регулировать перемещением трубки по муфте. Понятное дело, что для того, чтобы составить какое-то мнение об этом девайсе, им нужно было отработать определенный объем. На данный момент я отшлифовал более 100 квадратов потолков.
И скажу вам честно, друзья, так легко я потолки еще не шлифовал ни разу. Что же касается надежности девайса, ну мне кажется, он надежный, но все, конечно, покажет время. Надеюсь, что этот обзор был вам полезен. Всем удачи, пока!